Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Як повідомляє британське видання The Times, в Україну прибули 6 винищувачів F-16 з Нідерландів. Ще кілька бортів незабаром мають надійти з Данії. Наразі Україна офіційно не підтверджує, але не спростовує інформацію про надходження винищувачів. А міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс написав у соцмережі X: наступний F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою. А про це і не тільки будемо говорити з нашим наступним експертом. З нами на зв'язку Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Слава, бажаю всім здоров'я. Ну от зараз є, скажімо так, немає офіційного підтвердження від України, але від наших партнерів є підтвердження того, що F-16 вже тут. Давайте з таких базових речей почнемо. Що це для нас змінює? Які нові можливості для нас відкриваються? Ну, первое, как минимум, прекратятся инсинуации на тему непоставки F-16 и невозможности их эксплуатации, и неготовности летного состава к их эксплуатации. Это как минимум, что в принципе давило в том числе на украинское общество. Сейчас эта тема должна быть снята, и, естественно, противоходом она, конечно, ударит уже по российскому обществу, которое надеялось на то, что мы не получим F-16. Получили, летают, выполняют боевые задачи. А то, что не подтверждают, и правильно делают. Почему? Потому что подтверждение, во-первых, должно быть уже после постановки этих самолетов в достаточном количестве на боевое дежурство. Это может подтвердить только начальник авиации воздушных сил, вооруженных сил Украины. То есть надо дождаться это подтверждение. Постановка на боевое дежурство может занять несколько недель, в зависимости от задач, которые будут, допустим, поставлены этим самолетом. То, что они заходили раньше или сейчас выполняют боевые задачи, заходили раньше под выполнение боевых задач, это было видно и понятно по некоторым особенностям применения средств поражения, которыми могли работать только натовские истребители. То есть есть несколько позиций, и специалисты разбирались в этом, почему в течение нескольких месяцев последних у россиян была паника иногда на болотах, когда, не понимая эти процессы, что работали не старые советские самолеты, давали в эфир о том, что эти F-16 или какие-то другие натовские самолеты заходили и выполняли боевые задачи. Но сейчас можно уже практически со 100% уверенностью говорить, что в нашем небе F-16 задачи боевые выполняют. В зависимости от количества самолетов, в зависимости от их расположения, в зависимости от количества передаваемых средств поражения воздушного базирования будут приниматься решения по их использованию. Оптимальный вариант – это такой режим на мягких лапах. Это оптимальный режим захода любого нового вида вооружений, когда при заходе последовательно вводятся в строй и становятся на боевое дежурство очередные партии, допустим, новых боеприпасов. Напрямую завязано, еще раз повторюсь, от того вооружения, которое нам будет передаваться с F-16. Ну, исходя из того, что у нас уже есть и что F-16 может применять. Это как минимум около 5 позиций. У нас есть, мы давно работаем ракетами «Харм». F-16 – это противорадиолокационные ракеты с дальностью под 150 километров. Работают наши истребители этими ракетами, но не в полном объеме. Ракетой лучше управлять летчиком, то есть непосредственно с борта самолета, иногда перенацеливая ее в зависимости от конфигурации, расположения этих ракет, количества ракет, количества целей. То есть непосредственно летный состав может это делать на F-16-ах. Уже даже выпустил ракету. Потому здесь добавит как минимум F-16, добавит функционала для использования самих ракет. Джедамы и GLSDB – это планирующие авиабомбы разного калибра. Джедамы – это обвесы для наших старых советских авиабомб, допустим, тех же 250-х ФАБов или АФАБов или 500-ок. Мы их уже используем, но, опять же, лучше их использовать с F-16. Там есть прямой контроль летчика над целеуказанием как таковым. Не с земли, а уже в воздухе. Та же картина, связанная и с GLSDB. То есть это планирующие авиабомбы стационарные, которые также используют сейчас наши самолеты. Их используют,
МиГ-29 те же, но F-16 может намного эффективнее их использовать, опять же, выполняя целеуказания непосредственно с борта самолета перед ударом. Это ракета, это планирующая авиабомба, вот мы ее используем, GBU-39, довольно-таки неплохая, 90 килограмм боевой части, она выполняет боевые задачи, есть уже хорошее фото и видео подтверждение. Ракеты М-120, которые мы используем на САМСах и которые могут использовать в том числе и F-16, с большей дальностью дадут возможность перехвата российских самолетов и крылатых ракет. Дорогая ракета, с одной стороны, но тем не менее ее можно использовать, особенно для уничтожения дозвуковых ракет типа Х-101 калибров и уничтожения российских бомбардировщиков. Это как минимум Су-34, для того, чтобы отогнать их подальше от линии боевого соприкосновения, чтобы они не смогли КАБами работать. Ну и ракета АМ-9, которая сейчас используется нашими войсками в так называемых гибридных зенитно-ракетных комплексах, она также очень хорошо, это ракета малой дальности с инфракрасной головкой самонаведения, она может хорошо использоваться, опять же, против дозвуковых ракет типа Х-101 и калибров, против шахедов с хорошим тепловым следом. Ну и сам по себе самолет имеет довольно-таки неплохую встроенную пушку, шестиствольную 20-миллиметровую, с достаточным запасом снарядов, как минимум на 10 серьезных очередей, то есть как минимум 10 шахедов может быть отминусовано. Это вот первые навскидку задачи, которые могут выполнять F-16 уже с тем оборудованием, которое мы уже используем. Плюс пока еще не названная, скорее всего, часть оборудования будет нам передаваться в закрытом режиме. О нем мы можем только узнавать после работы этим дальними средствами поражения от наших противников. Будем подсвечивать эту тему, конечно, раскладывать и понимать, что это отработали F-16. Начиная от «Джазмов» 950-километровой дальностью, это крылатые ракеты, заканчивая теми же М-120 с дальностями 150-180 километров в зависимости от номенклатури тих самолітів, які нам будуть передаватися. Пане Романе, от я насправді дуже вдячний за те, що ви так докладно пояснили, так які нові можливості відкриваються у наших повітряних сил, так і яким чином ми зможемо протистояти ворогу, російським окупантам. Одночасно з цим ви також тільки що про це сказали, що дійсно величезної шкоди нашим захисникам завдають ті каби, так, які росіяни запускають або з території Росії, або з території тимчасово окупованих українських земель. І пам'ятаєте, було ж інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, його запитували в тому числі про F-16, і він сказав про те, що, ну я процитую, що F-16 будуть за 40 кілометрів або більше від лінії фронту, щоб їх не збила російська армія. Чи от ці 40 кілометрів або більше дозволятимуть нам знищувати чи відганяти російські бомбардувальники, які використовують каби? Это возможная дальность от линии боевого соприкосновения. Почему? Потому что россиянам для того, чтобы сбросить КАП, надо подойти где-то километров на 50-60 к линии боевого соприкосновения, иногда 50-40. А дальность ракет, которой может пользоваться тот же F-16, она средняя дальность ракет, средняя, 100-120 километров. То есть, по большому счету, ну, может быть, старые, допустим, некоторые позиция от 80. То есть от 80 до 120 километров это как раз та дальность, до которой будут доставать ракеты М-120. А если будут ракеты М-120D, так это 150-180 километров. Как раз этой дальности за 40 километров до линии боевого соприкосновения будет достаточно для того, чтобы отогнать российские Су-34, но недостаточно самих самолетов. То есть это не только F-16 должен работать. Должна работать триада. Это локатор, обязательно те локаторы, два самолета, которые нам шведы передали дальнего радиолокационного обнаружения, и обязательно зенитно-ракетный комплекс. И вот эта триада, друг друга прикрывая, передавая данные по системе ЛИНС-16, эта триада, она сможет, ну, создать серьезный заслон и сделает невозможными пуски, сбросы авиационных бомб, корректируемых, планирующих, которыми россияне практически засыпают, каждые сутки засыпают линию боевого соприкосновения. Больше 100 авиабомб
планирующих россияне сейчас используют по нашим войскам. Именно это и дает возможность россиянам продвигаться, продавливать линию обороны на Восточном фронте. Я думаю, даже одной пары самолетов, будет достаточно, но только еще раз повторюсь, в полной триаде, с участием всей триады и самолета дальнего, то есть летающего локатора, и ЗРК типа Патриот или СМТ, для того, чтобы обеспечить на одном участке фронта, по крайней мере, отсутствие такого рода проблем для наших войск. Пане Романе, знову ж просто перепитаю, для того, щоб було зрозуміло нашій аудиторії. Якщо уявити, що росіяни більше не зможуть використовувати КАБи, або не зможуть використовувати так активно, як вони це роблять зараз, більше сотні так керованих авіабомб, які скидають на наші позиції, на наші міста та селища, чи можемо ми дійсно говорити про те, що ну це їхній новий наступ, так, який ну, можна назвати помірно успішним, тому що все-таки на Донбасі, на сході нашої країни вони просуваються, хоч і повільно, а що він може зупинитися? Это один из механизмов, как остановить россиян на востоке, это как раз не дать им возможности сбрасывать в достаточном количестве КАБы. А еще раз повторюсь, одной пары самолетов будет достаточно для выполнения этой задачи. То есть, по крайней мере, россияне будут постоянно опасаться и уменьшат количество сбрасываемых авиабомб. Потому возможность однозначно такая есть. Сейчас у нас действительно очень большая проблема только на одном участке фронта, там, где россияне поставили стратегическую задачу на эту летнюю кампанию выйти на границы Донецкой области, административные границы Донецкой области, общее направление в сторону Покровска. Подход комплексный к выполнению этой задачи должен быть, и работа тех же F-16 со всей триадой, я еще раз повторяюсь, один F-16 может не решить вопрос, а наоборот попасть еще под серьезный удар. Потому и локаторы, летающие и наземные зенитно-ракетные комплексы нужны, но вопрос решения, то есть решение проблемы должно быть комплексом. Нужно достаточное количество противопехотных мин, это очень важно. У нас их большой дефицит для того, чтобы оборудовать подходы к нашим позициям, полосу обеспечения, так называемую, в несколько сотен метров, а то километры. Это сотни тысяч противопехотных мин. Должны быть мины как минимум для 120-миллиметровых минометов. Это одна из самых лучших, наверное, один из самых лучших механизмов для уничтожения наступающей пехоты противника. 120-е мины сейчас нам передают срочно в пакете 200-миллионно-долларовой помощи Соединенные Штаты. Я думаю, этот вопрос будет решен. Ну и достаточное количество FPV-дронов и снарядов для артиллерии. Это тоже даст определенные добавочные баллы как раз для решения этого вопроса. FPV-дронов у нас сейчас хватает. Особенно по этим направлениям, по Восточному фронту. Они сейчас работают по технике противника. Практически колонны противника уничтожаются FPV-дроном в основном. И боеприпасы тоже заходят и попадают, в том числе и на Восточный фронт. Я думаю, как раз вот такой комплексный подход даст возможность нашим войскам остановить наступающего противника и где-то провести определенную линию обеспечения, естественно, линию боевого соприкосновения, поставить ее в такой стационарный режим. Ну, посмотрим. Это как раз много чего зависит от наших партнеров. Немножко притормаживают, если можно так сказать, последнее время. Так, так, ми це спостерігаємо, ну, от самого початку широкомасштабного вторгнення. Також була інформація про те, що Україна вже почала застосовувати F-16 для захисту неба від російських ударів. І ми пам'ятаємо, що от буквально вчора, так, вночі, ну, чи можна говорити позавчора, йшлося про те, що була така масована атака, в тому числі і Київщини, дронами. І говорилося про те, головне управління розвідки це підтвердило, що серед цих дронів були такі якісь картонні. Мається на увазі, що це використовувалося для того, щоб перевіряти, прощупувати, я не знаю, намацувати нашу систему ППО. Чи можна припускати, що таким чином хотіли зрозуміти і про наявність F-16 в небі? Ну, не исключена эта возможность. Естественно, эти дроны шли с системами наблюдения, то есть там часть дронов использовалась не как ударные, а как разведывательные дроны. А это значит камеры, это значит контроль за выполнение, допустим, работы ударными дронами, противодействие, то есть вычисление определенного алгоритма работы
наших систем, плюс, конечно, контроль за уничтожением ударных дронов, да и в том числе остальных, в том числе дронов. Естественно, мониторинг общей воздушной обстановки дал возможность россиянам составить определенное видение механизма уничтожения дронов. Мы хорошо поработали, практически все дроны были уничтожены, кроме некоторых, и использовались весь спектр вооружений, который был, стоял на боевом дежурстве в этот момент, от мобильных групп до истребителей, в том числе, не исключаю применение и F-16 в этих воздушных боях, так как F-16, в принципе, имея очень хороший прицел, который видит на фоне земли и ночью в том числе, и тепловой след, то есть там целый специализированный механизм для выполнения этой задачи, пушку, я уже говорил, шестистволка 20-миллиметровая с хорошим боезапасом, они могли выполнять боевые задачи, в том числе и по уничтожению этой волны дронов. До сотни дронов практически шло, россияне использовали. Несколько задач стояло. Одно дело, допустим, срисовать алгоритм работы нашей ПВО, другое дело, допустим, нанести боевое поражение по тем целям, которые были выбраны. И третье – засушить систему ПВО нашу, которая в данный момент работала. Дело в том, что часть ракет использовалась, а эти ракеты все-таки намного дороже, чем стоят те же дроны, особенно собранные из навоза и палок, некоторые, по крайней мере, из шедших российских. Это тоже одна из задач. Потому нам надо увеличивать возможность уничтожения любого вида дронов дешевым способом. Еще раз повторюсь, начиная от мобильных групп, но они у них там есть предел по высоте, а российские дроны могут идти выше боевого радиуса работы мобильных групп. Значит, тогда работа вертолетов или истребителей, которые также неплохо и довольно-таки дешево могут использовать пушечное и вооружение, которое есть на борту, для уничтожения этих беспилотников российских. Пане Романе, ну от ми мали інформацію, яка з'явилася буквально вчора, так, про те, що, можливо, перший випадок був, коли дрон «Камікадзе» знищив гелікоптер у повітрі, так, і що це сталося, ну, звичайно, на російсько-українській війні. Йдеться про Мі-8 російський, що от нібито, як це, впіймали на зльоті. Чи можливо масштабувати отакі атаки, отакі результативні атаки дронами по гелікоптерах, чи це, ну, скоріше виняток з правила? Ну, все діло залежить від того, де базуються вертольоти, або як вони виконують бойову задачу. Допустимо, коли вертольот, вертушка йде на крейсерській скорості, це 200-250 км в час. FPV-дрону очень сложно угнаться за ним. То есть, а в переднюю полусферу, допустим, попасть, выполнить боевую задачу тоже сложно. Возможно, но очень сложно. Тем более дальности работы FPV-дронов. А в основном FPV-дрон работает 7-8 километров. Это вот те FPV-дроны, которые заходят на дальности в десятки километров. Это специализированные, скорее всего, которые работают с определенной цепочкой ретрансляторов, то есть это целый процесс, которым занимаются наши специалисты, дронщики, они этим занимаются однозначно, вот один из показателей, который может быть и теоретически, и практически в том числе, особенно когда вертушку, допустим, перехватывают на взлете или на посадке, тогда скорость у нее, естественно, падает, либо на заходе на посадку, либо на взлете маленькая скорость, и здесь, в принципе, FPV-дрон может сманеврировать и выполнить боевую задачу. Скорее всего, это и произошло, если это был FPV-дрон. Там есть вопросы по поводу friendly fire, огня дружественного, так называемого. Сами могли ее сбить или работа нашей артиллерии. Дальность все-таки в 30 километров говорит о том, что если это и был FPV-дрон, то это довольно-таки серьезные наши уже в надбаня, то есть в этом направлении, и я думаю, будем их развивать. Дальность 30 километров для FPV-дрона, в принципе, она уже рабочая. Есть у нас подтвержденная работа на глубину и в 40, и 50 километров именно FPV при выстраивании системы ретрансляторов.
Ну, продовжуючи тему, завершуючи тему дронів, маємо інформацію від Китаю. Так, от там заявили про те, що з 1 вересня можуть заборонити експорт усіх дронів, які можуть використовувати у військових цілях. І тут запитання таке: наскільки це сильно по нас ударить? Тому що, ну, у нас є сумніви, що Росія матиме таке саме ембарго, як і ми. Наскільки сильно ми залежимо зараз від китайських дронів? Як ви вважаєте, яка ваша оцінка? Напрямую зависим от китайских дронов и запчастей. Это очень важно. Дело в том, что еще не сам дрон, а запчасти, из которых можно создать дрон, они в основном китайские. И вот этот запрет, особенно после поездки наших дипломатов в Китай, сразу же после поездки наших дипломатов в Китай, китайцы ввели этот запрет, который по нам в первую очередь ударит. У России с россиянами у них свои отношения, и они могут передавать то, те же узлы и агрегаты для крупноузловой сборки дронов на российских заводах. Они, россияне, ж не просто так поставили эти заводы, а тут уже отследить узлы и агрегаты очень сложно. Практически любая российская военная техника, она напичкана узлами и агрегатами, материнскими платами, произведенными во всем мире. То есть это они крупноузловую сборку, если есть хорошая возможность прикрыть предприятие, создать можно на любой площадке. Потому решение Китая ударит непосредственно по Украине. Вот непосредственно. Сейчас надо будет перестраивать систему закупок комплектующих для производства дронов, переориентироваться на другие рынки, пусть чуть дорогие, но, по крайней мере, стабильные, уходить в сторону там Тайваня, того же Сингапура, может быть, пусть там есть под контролем Китая, но, тем не менее, там есть некоторые серые схемы, которые можно отработать, и перенацеливаться на другие рынки. Сейчас у нас будет такой провал в производстве этих дронов как раз из-за вот этого запрета Китая на их распространение. Пане Романе, дуже вдячний вам за вашу аналітику. Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор, був з нами на зв'язку. Нагадаю, що, як повідомляють західні медіа, в Україну прибули 6 винищувачів F-16 з Нідерландів. Ще кілька бортів незабаром мають надійти з Данії. Наші західні партнери виконують свої обіцянки. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.